Здравствуйте, с вами Олегыч, это канал By Studio Games. Мы продолжаем игру Assassin's Creed 3. Так, мы в прошлом видео остановились перед основным заданием, и нам пора к нему приступать. Стефан, что стряслось? Где сам Адамс? Не знаю. Меня ограбили! Я перевез все ценности, но пока меня не было, кто-то все украл, мерзавцы! Куда он пошел уже с тем тесаком? Какой-то такой вспыльчивый этот хрен. Куда это вы? Вернуть мое имущество! Так, 15 секунд, никого не гасить. Но если он не будет сейчас этих военных трогать, то будет все окей. О, эгарды! Красные мундиры хотят получить тряпку! Так, я что-то не могу понять, а где наш этот вот тесак? Интересно, блядь. Наш тесак куда-то исчез. Надо будет еще один покупать. Это бешеный француз. Стри на этих диких. Кому Томми? Это кто такой? Ура! Солдаты короля получают по заслугам. Проучим! Так, о, там движняк. Да, без второго клинка, конечно, дерьмово. Мы не британцы! Не подданные короля! Мы... Блять, это херово, конечно. Чё, у нас нихера нема. Рабы! А король ждет солдат, чтобы помыкать нами! Мы не хозяева! Это наш город! Покажем им, чей он! Пора сражаться! Ага, он пришел их тут зазывать. Стефан, прошу! Послушайте меня! Я слушал слишком долго! Эти грабители врываются в мой дом! Я отомщу! Виновные заплатят сполна! Их дружки! Так, я вижу, там еще кого-то в мундире. Какой Д'Артаньян. На драку нарываешься, Томми! Я тебе ее обеспечу! Иди сюда! Приходится защищать этого шафо, бля. У меня в жизни, кто его знает, могут быстро закончиться. Чё там, куда идем? Ой, блядь, еще сейчас двоих будет. Ой, блядь, а здесь дохера еще этот. Кстати, крутой хрен. Неужто он на них сейчас тоже нарвется? Эй, Томми! Ваш король! Ой, этого лучше не трогать. О, тихо там. Блять, эти валят так что, блять. Так. Иди сюда, сука. Офигенное, кстати, оружие. Блять, я бы без этой вот херни бы, наверное, отсасывал здесь. Бля, у него уже полжизни нет. Да ты че, блять? Куда долго еще идти, чувак? Давай бы, ты уже с 3,5 жизнями тут далеко не укатишь. Блять, у него уже 3, его бьют, блять, суки.
хватит, Мустанг. С несправедливостью можно бороться, но не так же. Приходится за ним почищать тут все везде, блядь. Давай, чувак. Же весь город тут с полышением, блядь. Может флаг поменять на другой? Куда ты хочешь идти? Сюда? Ой, ёптель. Да, высокий, с карими глазами. Блядь, иду я этих сразу хряпну, блядь. Насрать мне, блядь. Я лучше сразу убью, бо я чувствую, он не доживет, блядь. Уничтожен! Глупая тварь! И я должен сказать Джонсону, что его чай вдруг взял и сам сгорел. Вздор! Кто-то за этим стоит, и ты выяснишь, кто. А не сможешь, я тебя пристрелю и найду шавку умнее. Что будем делать? Сейчас узнаете. Будем следить, что еще делать. Так, используйте своих рекрутов в бою и применяйте их. Уникальный способ. Держите ЛБ, чтобы открыть селектор рекрутов. Ууу, ЛБ. Ага, это 5 у меня на джойстике, хорошо. И что тут у нас? А, понял. Тихо-тихо. Кто вы, черт возьми? Вот кто. Нехер выебываться было. За что? У вас нет права грабить людей. Даже по указу парламента. Какой парламент? Я работаю на Уильяма Джонсона. Джонсона? Прикончите его без шума. Вот так вот, чувак. Тихонько работаем. Прошу. Ух ты, мясник пошел, блядь. Рубить. Так, тут у нас есть вариант, видите, еще. Кажется, люди вас слушают. Как там ваши вещи? Люди слушают меня, потому что я говорю правду. Что в 1000 раз дороже содержимого моего сундука. Пусть Томми им подавится. Вы справились. Я же обещал вам Эль, когда вы мне как помогли. Как он на крышу залез, этот шифон? Взамен предлагаю свою верность. Пусть это и немного. Вы помогли мне. И я благодарен. Теперь мне надо найти Сэма Адамса. Так, хорошо. Повар в гневе. Уху! Крутое было задание. Но не достигнуто все, конечно, было. Насрать. Так, дальше что у нас? Давайте глянем, что у нас по карте. О, это что у нас? Задание особо... Ой, блядь, смотрите, что творится. Задание освобождения. Я думаю, просто где бы лучше освобождать, да? Оптимальный вариант. Оптимальный вариант, я вижу, здесь есть. Так. А сколько нам надо? Я не знаю. Давайте сюда перейдем. Освободим там кого-то. Так. Глянем, что у нас за это вот. Убийство. Бунт, убийство. Ага, это я могу тут устраивать движники, да? Будем знать, так. Ага, хорошо, так. А где тут это вот, что там, чехлят кого-то? Вот тут, да? Так, идемте, заберем все кого-то в команду. О, вон, вижу. Блять, ну без оружия, это просто какая-то чухня, блять. Проклятые воры! Отвали! Хочешь получить? Подходи! Не поймай! Отсадь от него! Ты смотри, что делаешь? Твоих прибил. Боже милосердный, смилуйся! Ты чё, блядь? Тут мы разобрались. Ой, блядь, там какая-то охрана, я не хочу на нее нарываться. Так, нам надо, кстати, купить оружие себе, бо это не шуточки. Ой, тихо, сори, не туда. Так, где здесь есть какая-то лавка?
не вижу никаких лавок. Лавка ж там. Ну, мы туда сейчас попадем. Давайте сначала еще вот сюда забредем. Вот он обижает еще. Проклятый вор! Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Там было свежее, утром поймали. Окунь мне... кончается, спешите, а то не поймай! Активировать. Отстань от него! Ух ты, смотрите, как он с двумя, блин. Давай спать. Еще раз спать. Так, тут все. Так, давайте за оружием зайдем. Я в таком режиме не могу воевать. А это что за точка? Побочная цель. Дай мне спокойно вернуться. Браво, парень! Блять, вот я нарвался. Да ты просто улик! Спокойно, приятель. Я бы задыхался. А я тут вас сейчас порву, блядь, всех. Сейчас, что-то он не блокирует. Ну-ка сюда. Так, расцветос. Вот, блядь. Здорово! Так, давайте теперь посмотрим, что у нас тут еще есть. Здорово. Ничего здорового я не вижу. Так, если я пойду за оружием, поблизости нихера не будет, да? Давайте сюда тогда стартанем. За оружием уже в конце пойдем. Что еще делать? Если тебя не потрясло, блять, мне надо срочно. Точно. Так. Статус инкогнит, отлично. Что это за болван? Тебе конец. Воу, тихо, тихо. Ты чё, блядь, офигели тут все, что ли? Вот это опасно какой-то, выглядит очень. Думаешь, мы тебя не поймаем? Блядь. Ты смотри, в кулачный бой со мной связался. Быстрее! Зря надеешься, пёс. Ой, хорошо, блядь. На. Отсоси. Так, вот нашли себе какого-то рекрута. Хорошо. Так, освободили тут кого-то. У тебя не было шансов, да?
Так, я известный или нет? Это я не могу понять. А, вы рискуете жизнью, помогая ему. Помните, убивают ваших друзей, ваших соседей и родственников. Что, я не могу? Помогите единым фронтом против злобного убийцы. Так, что-то непонятно. Так, что делаем? Давайте сейчас порешим, куда идти, блин, я не знаю. Так, давайте идемте, наверное, на пристань. Да, наверное, сюда. И тут есть еще два задания. Попробуем их сейчас выполнить. Так. Где они тут есть? Ага, вижу. Недалеко. Нам надо еще, кстати, торговцев защитить. Проклятые воры! Отвали! Хочешь получить? Не поймай! Отстань от него! Воу, тихо там. Хорошо. Так, это вы убрали. Ух, чёрт. Такой чувак кровавый, блин. Так, и что дальше? Что-то дохера у нас. Не могу понять, а чё задания срываются? Блять, меня уже тут все знают. Кошелёк лежит. Проклятый вуз. Отвали. Хочешь получить? Не поймай! Отстань от него! Куда этот убежал, сука? Спасибо, незнакомец. Эти ребята тут всем заправляли. Наконец-то им кто-то дал отпор. Да, но сейчас это будет мне стоить жизни, блядь, этот отпор. Блядь, сколько их здесь, а? Так, надо смотаться куда-то. Ух, успел. Так, повезло. Опачки. Блин, надо посрывать будет всякую эту херню. Есть, да? Тик, тик, тик. Эй, ты! Стой! Я с тобой разделаюсь! Иди сюда. Разделай там, слышишь? Так, надо глянуть, тут что за углом? Вроде никого. Так, вот это бумажонцы. Все. О, нет, тут уже не помочь. Блин, надо где-то... Там есть эти глашатые, надо к глашатым подойти. Вот. Мерзкого убийцу нужно статус поймать! Статус инкогнито. Так, что у нас еще осталось? Так, задание освобождения. Вижу еще одно. Помогите есть. Передать его. И здесь близко к тому же. Так, надо сейчас их быстро всех растолкать. Проклятый, отвали! Хочешь получить? Не поймай! Отстань от него! Хорошо. Так, нельзя никого отпускать. Вот он, сука, бежит. Ты смотри на этого бегуна. Куда ты? Ну, посмотрим, что ты можешь. Блять,
я его, наверное, уже не догоню, сука. Хотя... Что ты говоришь? Не слушай, старик. Сука, дает мне блядь, спрятаться. Еле убежал, блядь. Вот тут удобно прятаться. Я знаю, что тут удобно прятаться, потому и прячусь. Газет скромно предлагает. Короче, вы меня уже кумарите. Еще раз, кретины. Отсюда я попаду. Сделать тебе инкогнито. Мерзавцы! Блин, где бы это сделать? Зовите ртуть вы других. Оглянитесь, стоит ли защитить... Магистрат Бернс так, все, дает золотую гинею за любую... Так, идемте опять это попробуем торговца защитить. Только надо хитрее этот раз быть. Надо что убивать такое, этого кабана, я уже понял. Кошелек лежит. Дайте, проклятые там, воры! Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Не поймай! Отстань от него! Эти ребята тут всем заправляли. Наконец-то им кто-то дал отпор. Так, хорошо. Еще одного надо освободить. Торговца. Так, и куда идти? Можно сюда, в принципе. Ну-ка. Боже. Так, вроде на меня не реагирует, не? Не. Они сразу пошли смотреть, что там за убийства такие. Ого, тихо, чувак, ты весь в крови. Так. Ага. Так. Сейчас надо опять этого кабана. Отвали! Хочешь получить? Подходи! Проходи давай! Не поймай! Отстань от него! Очень важно вот эту суку убить.
говно. Конец им пришел. Вот спасибо. А то решили, будто они тут хозяева. Так, отлично. Вот этого, значит, Бог знает на будущее, что этого надо убивать. Так, я вот не знаю, в каком я состоянии там. Инкогнито я навряд ли. Так, ага, вроде на меня не реагирует, да? Хорошо. Так, что нам еще осталось? Так, я думаю, мы сюда телепортнемся. Я куплю какой-то меч себе хотя бы. Так, и где этот мечик? Мечик. Так, вот сюда нам надо. Я уже без оружия забодался воевать. Так. Заходим. Чувак, продай что-нибудь, был без оружия хожу. Чего желаете, mein Freund? Так, чуть это... А ну, продать. Ничего нету, хорошо, купить. Вот, давайте, может, какую-то шпагу возьмем, что ли, я не знаю. А что лучше? Подожди-ка, айсоударное оружие, это что у нас? Ага, дубиночки. Всякие, да? А давайте возьмем дубиночку, почему бы нет? Я не знаю, какая лучше. Это больше на уроне, да? Скорость комбо удары. Совершенно так надо уникальный толстый корень. Так, да, тогда есть еще так. Чтобы взять ударного фрагмента. Ну давайте берем вот эту вот. Есть боевая дубина. Так, хорошо. Ого, какая, блин. Смотрите на эту дубину, блядь. Сейчас будем всех гасить. Ух ты, дождь начался. Нифига себе. Так, давайте глянем, кто тут есть поближе. Бля, все в каких-то жопах находятся вообще. Даже не знаю, кому ближе подбежать. Так, это что такое у нас? Контракт на освобождение. Давайте подойдем, что за контракт на освобождение. Так, а где этот его? Ага, я вижу, это такая здоровая чухня. Так. Зайдем на контракт на освобождение, посмотрим, что это такое. Так. Что тут есть интересного? Браво! Здесь нужны люди, которые не боятся действовать. Меня зовут Коннор. Отличное имя для валийца. А на самом деле как? Радун Хагейду. Славное имя. Используйте его. Крутое имя. А я вот просто Дункан. Будет время, продолжайте свой труд. Этих подлецов давно пора остановить. Так, и что? Ваша работа приносит плоды. А я скоро вычислю, кто тут всем заправляет. Это не просто банда. Кто-то сильно пугает людей. Странно. А вы продолжайте. Так, хорошо. С этим поварили, там где-то еще было такое значок, я помню. Так. Что у нас тут дальше есть? Может, а давайте сюда, наверное, побежим. Чего уж там, если уже здесь находимся. Этот дождь еще не в тему. Так. Ну, красиво сделано, я вам скажу. Смотрите, как и капает все даже. Нихера себе. Так.
куча народу на меня не обращает внимания, значит я инкогнито, понятно. Так, где-то кого-то обижают. Давайте глянем, кого же там обижают. Оп, извините. Ух ты, блядь, молния еще может треснуть. Так. Стой, говорю! Давай! Ух ты, блядь. Нихера себе. Смотрите, как он валит, блядь, этой кувалдой. Просто в говно. Так, чувак, ты свободен. Так, освободите пленников. Есть такое. Так, что у нас осталось? Так, так, так. Так, контракт на освобождение, это все понятно, конечно. Жалко, что здесь ничего нету у нас. Так, давайте так сделаем. Переместимся сюда. Есть. И отметим, нам нужно вот сюда. Так. Сейчас посмотрим. Да, здесь можно пройти. Давайте быстренько сюда пройдем. Ух ты, мы еще эту часть города даже и не все открывали. Может, форт найдем? Было бы неплохо. О, давайте так даже пойдем, да, нормально. Блять, кстати, было бы неплохо какую-то лошадку здесь стыбрить. Я чуть не вижу никаких лошадок. В принципе, задание уже близко. Так. Кто тут кого обижает? Сейчас посмотрим. Вот мы уже и на месте. Чё за хрен? Я не соглашался. Есть. Спасибо за помощь, но вербовщики не отступятся. Ты не переживай. Все будет нормально. Понял. Спрятали. Если бесит, то бесит. Так, давайте глянем, где следующее задание. Тут есть какое-то. Так, тут форда нигде нету. Я смотрю поблизости, иначе бы я уже обратил внимание. Так, а тут что у нас? Идем же! Не подходи! Тебе конец! Блять. Смотри, как оно валит, блять. Просто говно. Дороги, папа! Ух ты, блять. У вас увели силы. Идите спасибо. Домой. Вы просто герой. Да, я такой. Так, уничтожьте эскорт сопровождающий пленных. Нифига себе, что тут еще осталось. Давайте сюда пойдем. Ой, не хочу это оружие. В кукурузу пошли. Прогулка по кукурузе, блядь. Так. А вот я вижу, походу, форт. Отлично. Ах, сейчас еще заодно и форт отфигачим. Сюда, малыш. Не хочу я с этим связываться! Ну, я тоже не хочу, но от этого ничего не меняется. Так. А ну-ка. Тут не форт случайно, но очень похоже на форт. А, это просто прибрежная стена, блин. Понял. Так, давайте сюда. Так.
Так, ой, там лошадка есть. Сейчас давайте поскачем, наверное, потому что пешком это до хрена ступать. Иди-ка сюда, малыш. Так. Поскакали. Можно и через кукурузу даже. Которые надо сделать. Так, давайте так сделаем. Вдруг не перепрыгнет этот забор. О, не, прыгает нормально. С дороги. Так, вижу. Ага, еще один эскорт. Хорошо. Что такое? Вот ведь на то ты идешь. Сюда. Еще осталось. Ага, вижу. Блин, да я тут сейчас всех посвобождаю. А не, есть лошадь? Есть лошадь, конечно. Давай-ка залазь на эту кобылу и поскакали. Так, тут чуть-чуть откроем территории заодно. Посмотрим, может тут что-то есть интересное. А нихера здесь нету. Церквушки всякие. Остановите его, эй! Отстаньте, я не соглашался идти в солдаты. Блин. Че, мы будем бежать сейчас за ним, что ли? Галяк. Так, я надеюсь, он налево повернет. А хер лысого он налево повернул. Так, давайте срежем где-то здесь. Блять, не догнали, сука. Давайте попытка номер два. Лошади я его смогу отчпокать. Так, давайте так сделаем. Стой! Именем короля! Отстаньте! Я не соглашался идти. Ну-ка сюда. Есть, все, эти задания мы сделали. Хоть ненадолго отстану. Благодарю вас. О, кобыла, стоять. Подожди, как бы где тут у нас следующее задание? Сюда, да? Этот явно нарывается. Так, есть. Что там? Боятся меня уже все. Ху-ху, правильно делают. Так, я очень опасен. Так, давайте лучше обскачем этот кусок с этими деревьями. О-о-о, тихо-тихо. Оп-оп-оп. Так, а тут что у нас за задание? Освободить, наверное. Блять, нас уже тут все знают, суки. Ой, хорош. Смотрите, с одного удара всех хватит. Будет рада, спасибо! Да, пожалуйста, всегда. Так, это мы сделали. Так, поговорите со своим агентом в данном квартале. Ага, вижу. Так,
Так, а где мы говорили? Наверху мы говорили с агентом. С этим мы еще не говорили. Так, я думаю, надо сюда телепортнуться и поговорить вот с этим агентом еще. Да. А так, в принципе, все задания сделали. Да, все сделали. Давайте сюда. Так. И теперь... Бродячий торговец. О, это интересно. Так, он тут недалеко как раз находится. Можно будет сейчас посмотреть, что у него есть интересное. С булавой мы уже намахались. Может взять какое-то другое оружие. Так, нас тут не узнают. Я уже бы узнал. Они пытались пробраться в пивоварню, черный кот. Этот старый урод. Так, здесь можно срезать. Вот, бродячий торговец. Ух ты, поднять бунт можно. Поднимать бунт мы не будем. А вот этот торговец. Смотрите на этого, на стелеге. Причина, что моя жена готовит по семейному рецепту. Так. Так, продать нечего. Купить что у него можно? Потребляемые предметы только. А, это неинтересно. Да. Так, давайте тогда зайдем в заведение, поговорим с нашими людьми. Так, есть такое дело. Ага, вижу. Стефан, как вам Эль? Дрянь, но пить можно. Мой отец был бы в ужасе. Но после дня работы с вами человеку надо расслабиться. Я бы предпочел хорошее вино, но здесь изысканности не найдешь. Ваш отец? Монтел. Великий человек. Повар французской армии в Семилетнюю войну. Прошел весь север. Кормил Луи-Жозефа де Монкальма со штабом. Мог пир устроить из коры до ягод. Когда главнокомандующий предпочел открытый бой сидению на стенах в Квебеке, оружие дали всем, включая отца. Он погиб в бою. Говорят, дрался, как лев. Какая разница? Его больше нет. Он бы вами гордился. Лишь на это и надеюсь, что он рад моим решениям. Так, с этим поболтали. Че, еще что-то хочет сказать? Коннор, есть время поболтать? Конечно. Славно. Я хотел спросить, а как вы ко всему этому пришли? Я не искал такой жизни, но думаю, это судьба. Я встретил Ахиллеса, едва-едва став охотником в своей деревне. Это он сделал меня воином. Так просто. Не поверите, но я скучаю по кухне. В том мире у меня было куда больше власти, чем в этом. Но куда больше народу сейчас вкушает плоды моих трудов. И это меня радует. Мы по-прежнему можем все изменить. Французы с севера никогда не устают. Спросите дам. Так, опять поговорили все. Походу, с разговорами тут закончено. Давайте выходим. И сейчас там еще одно место для разговора осталось нам. Так, где оно находится? Давайте глянем. Вот оно. Так. И видите, сюда добраться не получится. Был бы здесь какой-то телепорт. Хотя мы сюда можем. А потом уже пешочком. Так, есть. Да, сейчас поговорим. Подождите, до него дойти еще надо. Ага, смотрите, вот нам задание сделали. Так, а мы сначала сюда пойдем. Так, как тут нам лучше всего? 300 с чем-то метров, да?
Ну, давайте. Внимание всех граждан! Предупреждаем вас, что на мосту... А что, тут тоже есть какие-то задания появились? Нет. Мельничного ручья небезопасно. Что здесь? Ага, вот, я вижу это задание. Здесь как раз срежем сейчас. Посмотрим, что там скажет. Так, Южный округ, да? Там в каком-то здании, походу, это идет. Ну, как и обычно, в принципе, тут все вот эти вот осведомители в домах. Добежали. А, вот он. И чё тут? Военное положение. Ага, тут есть, можно начать задание. Нихера себе. Это чё там пристало, эта чухня? Ты чё, охренела, что ли? Так, военное положение. Фу-фу-фу. Хорошо. В следующем видео продолжим. С вами был Олегыч, это канал Best Video Games. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. До встречи!